Наша многодетная семья сейчас направляется в город Land Park. Мы специально на желтой машине приехали, чтобы листья желтые, типа. И давай, кидай. Вот так, давай еще раз. Жизнь одна. Одна. Good morning, good evening, good afternoon. Наша многодетная семья сейчас направляется в город Land Park. Мы через такой старинный город, как он называется? Мы едем через город Land Park, через старинный театр, который легендарный. Мы будем снимать такое behind the scenes. И мы сейчас въезжаем в очень desirable area. Тут живут самые богачи. Ну, не самые богачи, но люди, которые любят здесь жить. И тут дома почти такие, как на Fabulous 40s, на блестящих, шикарных сороковках. Все дома с характером, со своим стилем. Вот видите, у каждого своя фишка. Нету копии, как в Антилопе все. В общем, с нами едет сзади легендарный фотограф, видеограф, видите? Лео будет там сидеть. Леонардо, да, будущий фотограф. Но и перед ним на втором месте Давид Кори. С лысой прической. Раньше он был с длинной прической, а сейчас он потерял. Так что мы ищем классную осень, чтобы сфотографировать. Если кто-то найдет классный кадр, сообщите нам, пожалуйста, в комментариях. Постарайтесь быстрее, а то мы сейчас проедем и не поймем, где нам надо было остановиться. Трудом запарковались. И сейчас с трудом ищем желтые листья. Мы специально на желтой машине приехали, чтобы листья желтые, типа, найти. Ну, хотя, может, они и есть, но они как-то смотрятся все такие, знаете, такие серые, коричневые. Лео, привет! Кто это бежит, собачка? Давай, кидай. Вот так, давай еще раз. Давайте. Раз, два, три. Лечка, ты что не кидаешь? Смотри, как туман рассеивается по парку. Как будто из фильма «Туман». Кто-то видел фильм «Туман»? This is it. Итак, Давид. Что ты скажешь нам из всего этого? Я скажу, что это только начало. Начало чего? Карьеры? Да, начало. Super nice photos. Super nice photo studios. Если вы не знали, Давид — это мой самый младший брат. Девятый брат. Да. Шутка, не брат. Брат пятый. Да, брат. Девятый ребенок. Тебе сколько лет? 19. Сколько прожил в Соединенных Штатах? 18. И ты считаешь себя русским, украинцем или попкорном? Американцем. Значит, попкорном. Мы можем направляться. Пока мы идем, скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что ты решил фотографироваться? Сидел с айфоном 4, с кирпичом, и просто фотографировал всякие вещи. Ходили туда-сюда, и люди все думали: о, классная фотка. Так что я подумал, может, мне надо по-серьезному. Так что пошел до Илюхи, потому что я знал, у него камера есть. Так что я ее взял, не навсегда. Но
Классно. Слышишь, через 40 лет, когда она уже будет стоить $1, ты отдашь ее, да? Потом отдам. Спасибо. И с тех пор уже фотографирую всех и все. И слава богу, зарабатываю. Давай на видео заключим контракт. Ага. Пока у тебя эта камера, мы можем у тебя просить бесплатную фотосессию. Соглашаюсь. Ну так я сейчас чувствую опасность, что он просто ее сейчас нам отдаст, купит себе новую камеру и все, мы в обломе. Но зато у нас было уже много фотосессий с Давидом. Так да. Что мы уже чувствуем, мы ее откупили, хотя нет, потому что нам стоило дороже. Но все же, скажи больше, how did you decide? Decide what? Как ты решил фотографировать и какие у тебя еще есть хобби или вообще чем ты занимаешься? Или на кого учишься, кем хочешь стать? Короче, я занимаюсь фотографиями и видео. Серьезнее с видео. Снимаю свадьбы. Так что, когда вы будете жениться, молодежь, все тинейджеры, до меня приходите, я буду вам подешевле давать. Подешевле, хорошо. У тебя есть уже какой-то материал, да? Какой-то, как тебе можно фолловать? На Инстаграме, для молодых, на Фейсбуке, для... Видно, что ты с Украины приехал, сын на Инстаграме. Я вообще по-русски не разговариваю, так что... Это слышно. Один раз в месяц, целюхой. Да? Да. Да, и то на Рождество, когда мы встречаемся. Шутка, нет, мы иногда встречаемся, он еще живет у родителей. Так что мы, когда приезжаем, мы встречаем Давида иногда. Что ты еще можешь сказать? Бог благословляет очень много, так что... Слава Богу, что ему он все дает. Пультик. Камеры, клиентов, деньги. Так что ездишь ты на Приусе? На Приусе. И не стыдно? Не стыдно. Экономия. Молодежь вроде на всяких крутых Хондах, Аккордах, на Акурах, на всяких людях. Какие сейчас тачки модные? Всякие там BMW, Subaru. Subaru это сейчас тренд. А ты что на странном дедовском Приусе? Тебе не стыдно? Нет, деньги у меня экономлю, так что это все нормально. Надо быть скромным. Ну и что ты пожелаешь людям, которые хотят стать фотографами крутыми, как ты? Практиковаться каждый день, ходить туда-сюда, все фотографировать и молиться, чтобы Бог дал камеру, как мне дал. Все. Да? Ну тебе слишком повезло с камерой. Короче, это такое внезапное интервью с Давидом. А на самом деле у него есть очень креативный канал, называется David Corey. Да. На Ютубе. Если вы хотите посмотреть и просто посмеяться, поржать и просто посмотреть, как живут американская молодежь, там, ну, надо иметь американский менталитет, чтобы понимать этот юмор. Посмотрите на этот Ютуб его. И может что-то вы найдете. Вы все на английском говорите, да? Да. И заодно можете выучить английский язык. Вот именно. Ну, в общем, что еще сказать? С Давидом еще, наверное, может, какие-то нормальные видео снимем, но мы желаем тебе, чтобы ты стал крутым фотографом, признанным страной и миром. И для этого нужно иметь статус. А статус – это нужно фототь с больших людей и тегать их, и коллаборировать с крутыми фотографами, звездами, бесплатно. Вот DM, private message, напиши какому-то там Джастин Биберу, скажи, я тебе бесплатно по фото. Джастин Бибер, если ты смотришь. Джастин Бибер. Если ты досмотрел это длинное видео, у тебя есть шанс бесплатно фотосесть. Я здесь. Да? We in English. Джастин Бибер. Learn Russian so you can get a free picture with David. With me. With David Corey. Alrighty, все, с вами была семья Корифан. И Давид Кори, и Настя с Мишей. Это был самый крутой парк в столице Калифорнии, Land Park. Фотосессия осенняя. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся, услышимся и знаете, что... Что сказать? До свидания. Жизнь одна. Одна. Фотографируйтесь, пока вы еще не седовласы, пока машинок нет. Запечатляйте. Это на самом деле это очень круто. Все. Всем пока. Увидимся, услышимся. Я теперь бросаю камеру об пол, и она разбивается.